Мотор Ивановской полиции. 5 октября исполняется ровно 100 лет со дня образования Управления уголовного розыска. Это одно из старейших подразделений правоохранительных органов, которое за годы своего существования ни разу не меняло своего названия и направления работы. Но кое в чем меняться уголовному розыску все же пришлось. Ведь криминалитет, с которым по долгу службы сотрудникам управления приходится бороться, постоянно совершенствуется. Фору преступникам давать нельзя. Исчезли пролетки, исчезли разбойники, исчезли топоры. И сейчас мы говорим о том, что каждое седьмое преступление совершается в области киберпреступности, нанотехнологий. И сотрудники уголовного розыска, соответственно, должны адекватно реагировать на те вызовы современности, которые есть сейчас, разбираться и в компьютерных технологиях. И это уже совсем не те сыщики, которые были даже 15-20 лет назад. Тем не менее, даже в этих новых вызовах мы реагируем абсолютно адекватно. В уголовном розыске, как и во многих других полицейских подразделениях, все держится на людях. От того, насколько сотрудник собран и увлечен работой, зависит исход дела. Правда, борьба с преступностью – это не просто как физически, так и психологически. Так что случайные люди в уголовном розыске не задерживаются. Только профессионалы. Что уж говорить о ветеранах, прослуживших по 20 с лишним лет. В уголовном розыске работают люди, которые пришли, как говорится, сюда не за деньгами, а по душе, по призванию. И они, естественно, какой-то маленький отпечаток откладывают. Почему? Потому что они ежедневно видят горе людей, например, да, страдания их. Эта работа очень необходима. Сыск, как говорят, если неудобно сказать, что сыск, что это другие древние профессии, они вечные, они идут давно, со дня, можно так сказать, формирования человека. Самое частое в этот день пожелание действующим сотрудникам уголовного розыска – меньше работы. За последнее время действительно наметилась тенденция к снижению количества преступлений криминальной направленности, а раскрываемость, наоборот, растет. Век позади, время ставить задачи на следующую столетку. С честью продолжить незримый бой, который ведет уже не одно поколение профессионалов уголовного розыска. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.